В прошлом видео парни оценивали девушек по внешности, и мы сравнивали это с их самооценкой. На первом, потому что она сделала акцент на декольте. Декольте? Декольте. Я же думала, что все равно баба огонь. Я ожидала лучшего результата. А сегодня они поменяются ролями, и теперь девушкам предстоит оценить привлекательность парней. Приятного просмотра. Окей, давайте. Меня зовут Никита, мне 21. 9 лет я занимался карате, сейчас хожу в спортзал, работаю. Вообще, я романтик и люблю готовить. Меня зовут Роман, мне 21. Я еще до конца не понял, чем конкретно я занимаюсь, но это что-то с IT связано. Люблю как бы тусовки, все, что сейчас закрыто и на карантине, поэтому я здесь. Я Алекс, мне тоже 21. Я ничего не люблю, ничем не занимаюсь, прожигаю свою жизнь. Чувак, это самое лучшее. Это офигенно. Вообще топ. Это жить по кайфу называется. Меня зовут Гена, я тут самый мелкий, мне 19. Я занимаюсь музыкой, учусь на юриста, люблю тусить и просто круто проводить время. Окей, меня зовут Вадим, мне 23, я самый старый. Да я хуйня страдаю, пацаны, поэтому. О, коллега. Здорово. Нормально, чистый вы. Тут большинство типа по факту хуйню. Мы все тут почти хуйню страдаем. Каратист, опоздавший крутой парень, битмейкер. Нихуя. Неплохо. Так, пацаны, короче, если тут вот, ну да, там первое место, я, короче, вот сюда, пацаны. Лично моя точка зрения поставит Алекса на первое место. Да. Потому что, мне кажется, девочкам нравится, не... Биг Дик, да? Нет? Ты вот самый старший, да, ты сегодня так ведешь, поэтому ты топчик сегодня. Окей, ну я за Алекса. Но секса не будет. Окей, я не знаю, типа... Я бы тоже Алекса поставил. Блядь, скрещивать шпаги не будет, да, сегодня? Смотри, нас уже Алекса на первое. Я, на самом деле, ничего не почувствовал, просто добавилось пару пунктиков к самооценке и ничего больше. Конечно, опять же, приятно, когда тебя оценивают в лучшую сторону. Как бы поставили, так и поставили. Я бы не обиделся, если бы я был последним. Да мне все равно, типа, я поставился на второе, потому что я кудрявой девочкам нравлюсь, но мне похуй, типа. Типа, я не знаю, я бы на себя на третье поставил. Ну давай, я стану на второе, ты на третье. Кто из вас хочет быть последним, пацаны? Ну вот, опоздавший, блядь, опоздавший. Типа, ну, ебать, одувается. Да, блин, у меня самооценка невысокая, поэтому я себя условно запихнул в самый конец. Ну вот так вот мы и будем и стоять. Ну да, по факту да, порешали. А, я вообще не чувствовал никакой неприязни или чего-нибудь еще. Я понимал, что в принципе нам всем пятерым все равно, и мы поставим себя, как в принципе оно и будет стоять. То есть у нас не было какого-то определенного, что кто должен стать вторым, третьим, четвертым. Мы сразу первым влюбили Алекса, типа, и класс, дальше все равно. А, ну когда мы друг друга оценивали, то как-то было не по себе, потому что, ну как я парней могу оценить, по каким параметрам? Ну я сказал там, что вот Вадим топчик, потому что он был ведущий как бы в нашем коллективе. Но так в целом было трудно и как-то непривычно, странно. Меня все устраивает, можем в принципе оставлять. Я бы поменяла местами вот это розовенького с вот этим вот. Иди сюда, сюда, да, сюда, сюда. Да, кстати, я тоже так. Мы мыслим одинаково с тобой. Не, давай вот так вот. Наверное, вот так. Ты же понимаешь, что это лучший, а это худший. В смысле? Лучший, а вот там худший. Да. Точно? Да, я все понимаю. Честно, ну, мне здесь два мальчика просто нравятся. Ну, я не знаю, ну, примерно так, наверное. Я не знаю. Так, кто следующий? А оценивать парней очень просто. Просто всех хейтишь, просто всех засираешь, потому что никто не достоин этого прекрасного цветочка. Просто не моего уровня, парни. Это шутка, если что. Сюда. Давай, 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 быстрее. Оборон. Все. Сейчас, знаешь, просто одного берет и уходит. Мальчик первый, вот с первым вариантом я полностью согласна. Опрятный мальчик, уравновешенный. Мне он больше всех понравился. Классный парень с хаосом на башке. Он довольно такой харизматичный. Давай, так, иди сюда. Так, ок, у тебя музыка громкая. Да. Какой цинизм. Я не про тебя. Значит, ты, давай. Давайте искать компромисс, ребят. Как у нас разнятся вкусы? Пожалуйста.
Ты все? Да. А, когда мы оценивали парней, это было, конечно, весело. Так, по виду, да, конечно. Но, конечно, еще через внешность можно увидеть какую-то суть человека. Это было, конечно, сложно. Я надеюсь, что я сделала правильный выбор свой. В принципе, я довольна была тем, что получилось. Это каждый, типа, их меняет, типа, я просто не понимала, куда, а потом... Мы сейчас просто... Я о том ничего не запомнила. Я бы розовенькую хотя бы посередине поставила, ну, серьезно. Ну да, я тоже, я тоже. Хорошо? Я тоже за то, чтобы где-то поближе было. Максимум четвертый. Не, ну у него глаза красивые. И футболка розовая. Когда мы оценивали парней, да, мы с девочками решили отомстить по полной. Нет, мы были объективны, почему нет? Это прекрасно, почему нет? Неважно. Под глаза подходит, типа, все нормально. Ну, по крайней мере, на гея не похож. А знаешь, тут я готова поспорить. Хорошо, что он этого не слышит. Не, я не про тебя, если ты будешь это смотреть. Нет, я просто... Ладно. Я бы поставила, ну, на второе место, ну, наверное, черненького. Короче, тот, который на третьем, его на второе. Я за. Я нет. Просто меняем их местами и все. Ты нет? Угу. А ты? Честно, все равно. Все нормальные. Главное, что мужик. Хорошо, с косичками первый, хаосник второй, дальше розовая футболочка третий, чувак с ремнем Лакоста третий. Нет, стоп, четвертый это получается. Четвертый. Да. Там Лакост. Ой, да, четвертый. Блин, так странно, что кошмар. Мы сейчас смотрим ему на ремень, но типа не видно, что мы его. Я просто не знала, как его обозначить. И остался черная, да, черная кофточка. Да, я спокоен был, я кайфовал от музыки, типа я смотрел на них на всех, типа их вот эти эмоции, смех, типа движение. Женя, типа, торс покажите. Не знаю, ну, неловко себя не чувствовал. Типа, классно было. Высокий, наверное, вот этот самый. Черный один, шоколадка два, розовая футболочка три, кучерявенький четыре, Лакоста пять. Так, первый косички, второй черный, который высокий, черная футболочка, третий Лакоста, потом, как его, кучерявенький. И розовая футболочка. Ну, мне понравился парень, который был в черной футболочке, в кофточке такой, самый высокий. И я бы его, конечно, поставила на первое место, но некоторые парни отпугивали своей подачей. Меня все устраивает в этом порядке. Очень тупо, что розовый. Косички один, розовая футболка два, кучеряшки три, черная кофта четыре и Лакоста пять. Смотрите, девчонки, у вас одинаковые оценки, кучерявая и черная кофта. Поменяйтесь, да. Ну, когда меня оценили девочки, я думал, что я буду стоять на втором месте. Меня поставили на третий, поэтому бог любит троицу, так что. Но вот когда меня переставили со второго на третий, я такой, блядь, какого хуя? И потом подумал, да ладно, типа, все нормально. Поменяй, чтоб я не видела. Меня так устраивает. Меня тоже. Да, в принципе, тоже устраивает. Хочу сказать про внешность мальчика с косичками, который был на первом месте. Не думайте, что мы выставили его только потому, что он такой необычный, просто он очень скромный по виду был и такой достаточно милый. По-моему, это очень важно. Запомнился еще тот кучерявый мальчик, но я не очень разглядела в нем что-то интересное, кроме внешности, поэтому я не очень хотела ставить его куда-то вперед. Парней мне было оценивать намного легче, потому что все равно в голове есть какой-то типаж, который там тебе нравится, и уже исходя из этого ты как бы их оценивала, и ты понимаешь, что они как бы тебя пока что не слышат, и это все, ну, легче сделать. Мы выходим. Мы ушли. Валим. Во-первых, это что-то новое. Во-первых, ты с пацанами обсуждаешь подругу, они тебя не слышат. То есть ты можешь говорить вообще абсолютно, что хочешь. Мне понравилось. Реально. Круто. А вообще, в целом, мне не понравилось то, что мы не смогли с этими девочками пообщаться вживую. То есть они нас расставляли, мы их расставляли, типа, и все. В целом был только визуальный контакт, а какого-то там общения с ними не было. Ну, я считаю, что в первую очередь человек оценит по внешности, это чепуха. Но вообще это интересно, это очень прикольно, потому что в основном у нас все люди всегда оценивают друг друга по внешности, и тут ты сразу приходишь. Лупи первый или пятый. Это круто. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, все, чтобы красная кнопочка стала серой. Пишите комментарии. Чем больше комментариев, тем лучше. И всем хорошего дня. Или вечера, ночи. Всем пока.